Так вас встретит новый офис клуба «Светлодар», который называется «Живая вода». Вход с торца дома с улицы Марии Ульяновой. Затем вы заходите, раздеваетесь, подходите к менеджеру, и менеджер вам расскажет об услугах, которые будут с 15 августа 2023 года. Здесь вы можете подождать, если кто-то пришел раньше вас. Дальше будет комната, в которой вы будете принимать процедуры в микросферах. Те знаменитые процедуры в капсуле, о которых я столько лет рассказываю, о тех чудесах, которые происходят, когда люди принимают эти процедуры. Здесь будет диагностика до процедуры, после процедуры. И вы можете просто отдохнуть. На экране будет релакс-музыка, и вы будете в тишине под приятную музыку лежать и принимать процедуры в микросферах. Дальше. Это кабинет спа-процедур. Массажист Олег владеет очень многими методами. А самое главное, он 15 лет проработал в этом офисе и владеет всеми видами аюрведических процедур. Итак, это кабинет. Здесь будет бочка, которую вы можете принять тоже душ, одежду, где вы можете оставить. Итак, дальше кабинет психологический, психофизиологической помощи. То есть это кабинет мой, Светланы Крисько, о котором я давно мечтала. Он еще до конца не оборудован, но будет оборудован как современный арт терапевтический кабинет со всеми красками, со всеми видами арт-терапевтических услуг, метафорических, ассоциативных карт. Вот. Ну, я не только владею психологическими арт-терапевтическими методами и кинезиологическими методами. Вот. Здесь будет проходить наша школа. Школа, где я планирую подготавливать специалистов такого же уровня, как я. То есть принимать людей, давать им возможность получить процедуры с микросферами и продиагностировать, и дальше вести, как они себя чувствуют, вести картотеку на людей, которые хотят быть повнимательнее к тому, как происходит этот процесс. Вот здесь уникальное средство, изобретение очень интересного человека, Амира, у которого производство самого различного вида кресел уникальных. В этом кресле буквально проваливаешься, и сознание сразу как бы приобретает измененное состояние сознания. Я не знаю, не то за счет того, что это мореный дуб, не то вот за счет вот этого строения, этого кресла уникального. Вот. Но здесь будет и добавочно, конечно, подушка с микросферами. Вот. Вот такой будет у меня кабинет арт-терапевтический. Итак, дальше по коридору вы увидите совершенно уникальное пространство. Это хамам. Итак, мы включаем свет. Здесь туалет. Здесь процедуры
после хамама вы сможете посидеть, послушать музыку. И совершенно уникальное кресло, второе изобретение Амира. Это вы можете сесть, а потом поднять вот так вверх. И ноги будут выше головы, будет отток от ног. Совершенно необыкновенная, полезная процедура для вен. Так, попить чай. То же самое вы сможете посмотреть релакс-музыку или включить просто телевизор. А вот это любимый хамам, в котором будете принимать просто банную процедуру, в которых я буду рассказывать о пользе банных процедур, или обертывание, или скраб сделать всего тела, или пенный массаж. Этими методами владеет Олег тоже. И здесь удивительный экран, на котором вы будете видеть медитативные различные пятна, мандалы, сидя в паре хамама. Вот такое удивительное пространство вас ждет. И есть еще один уникальный кабинет. Этот кабинет будет кабинетом для приема процедур рейки. Вот. Я сама вторую ступень рейки имею, буду делать рейки. И, конечно, я приглашаю мастеров рейки, кто хочет со мной сотрудничать.